Atari Sega nerd. He's the angry video game nerd. Это птица? Это самолет? Нет, это дерьмовая игра. Супермен на Atari 2600. Я играю в нее на 7800 просто для разнообразия. Итак, что можно сказать о Супермене? Это один из самых известных супергероев всех времен и народов. Даже в его имени есть слово «супер», слово, за которым следует нечто прекрасное, отличное и просто божественное. Да уж. Это отстой. Я не собираюсь критиковать графику или звук, или что-нибудь еще. Ну вы знаете. Что? Ну серьезно, что тут происходит? Из того, что я понял, вы начинаете за Кларка Кента, что не имеет смысла. Вы просто идете направо, мост взрывается из-за Лекса Лютера, вы возвращаетесь обратно к телефонной будке, и вот вы Супермен. Оставшееся время вы просто летаете в поисках обломков этого моста. Вы также должны доставить кучу плохих парней в тюрьму. И если вы пострадали от криптонита, да, криптонита, вы теряете способность летать, которая может быть восстановлена только при помощи Лоис Лейн. Здесь нет способа умереть, вся игра основана на времени. Суть сделать все как можно быстрее. Но единственное, что может произойти, это то, что вы выбросите игру из окна быстрее скорости пули. Навигация ужасна. Если вы летите вверх, вы просто видите еще больше зданий. И что, это имеет смысл? Над зданиями еще больше зданий. Они просто продолжают появляться. Похоже, здесь нет границ, все повторяется. Если вы нажмете кнопку и будете двигать джойстик по кругу, показываются экраны вокруг вас. Да, это словно рентгеновское зрение. Такое рентгеновское зрение, которое позволяет заглядывать в воображаемые места на Atari. Вы когда-нибудь слышали об игре на Atari, которая нуждается в карте? Но это одна из них. Сказать по правде, я не думаю, что она бы помогла, потому что все здесь не имеет никакого смысла. Прям как здесь. Я продолжаю подниматься вверх, и все, что происходит, это смена цвета. Я не могу понять этого. Что ж, давайте перейдем к NES. Игра Superman для Nintendo Entertainment System. Что же в ней может пойти не так? Что ж, для начала вы получаете паршивую музыку, которая даже не является темой Супермена. Потом Статуя Свободы начинает говорить с вами. Может, кто объяснит мне, по какой причине Статуя Свободы говорит с Суперменом? Я пригляжу за тобой. Это что, ангел-хранитель, что ли? Я что-то не совсем понимаю, какие препараты они там принимали, чтобы придумать это дерьмо. Итак, вы снова начинаете за Кларка Кента. Вы в Daily Planet болтаете с людьми. Привет, Кларк, это ваш любимый репортер Джимми. Скажи сыр. Клик. Хорошо, какой в этом смысл? Вы знаете, это действительно раздражает, что нет никакого способа отменить или хотя бы по-быстрому пролистнуть их. И почему все носят зеленое? Это День Святого Патрика или что-то в этом роде? Почему телефоны размером с письменный стол? Каким чертом они вдвое меньше людей? Или нет, они же на заднем плане, значит они еще больше. Что это за странный офис? И в любом случае, кто вообще захочет играть за Кларка Кента? Первая реальная проблема — это попытка привыкнуть к управлению. Это одна из тех игр, где прыжок — это кнопка вверх. И почему вы прыгаете так высоко? Взгляните на это, если бы кто-то мог прыгать так на самом деле, это было бы футов 20 в высоту. Я знаю, он Супермен, но если он пытается быть Кларком Кентом, он не может себя так вести. Итак, кнопка B ничего не делает, а кнопка A просто ерзает. Что с ним случилось? Если вы делаете это в воздухе, он словно плывет. О бог мой, кто-нибудь позовите экзорциста! Так что ваша главная цель на данный момент — это просто выйти из этой комнаты. Вы заходите в дверь, так? Само собой, это кажется вполне очевидным, но догадайтесь, как открыть дверь. Серьезно, угадайте. B — нет, A — нет, Start — нет, Select — нет, Вверх — нет. Вверх — это вообще прыжок, так что нужно нажимать вниз. Я никогда не слышал об игре, где вниз был бы проходом через дверь. Хорошо, теперь мы действительно начинаем посасывать чьи-то яйца. Тут же люди снаружи пытаются вас убить. Я не знаю, какая у них обида на Кларка Кента. Но в любом случае, вы идете в телефонную будку и превращаетесь в Супермена. Чё это? Это самая жалкая пародия на Супермена, которую я когда-либо видел. На титульном экране он выглядит нормально. Почему же в игре он выглядит так? Ваша основная атака — это какой-то странный огненный шар. Я не знаю, я думаю, может быть, он должен бить людей кулаками, но это слишком странно. Также у вас есть меню со специальными суперсилами, каждый со своей полоской энергии, наподобие Мегамена. Большинство из этих специальных атак, похоже, ничего не делают. Но я полагаю, есть определенные моменты в игре, где их нужно использовать. Но сейчас я не понимаю, что делать с любой из них. Если вы используете суперполет, все, что делает Супермен, это взлетает в воздух. Вы наблюдаете немного за полетом, а затем он возвращается обратно вниз. Так, хорошо, и что это было? Я обнаружил некоторые места, где, используя его, вы начинаете летать над городом и попадаете в другую часть игры. Теперь я уверен, что вы должны что-то делать.
Но я все равно не знаю, почему он взлетает вверх, возвращается вниз. Я действительно не выяснил этого, и, честно говоря, мне уже все равно. У вас есть карта, суть которой довольно ясна. Но бывают моменты, где вам нужно использовать метрополитен. Упс, вы не можете ездить на метро без билета. Вы что, издеваетесь надо мной? Он же Супермен. Ему нужно покупать грёбаный билет. Типа, да, я знаю, что вы пытаетесь спасти город, но вам все равно придется платить за проезд. Почему ему нужно использовать метро? Он же может просто летать. Зачем ему идти в подземку? Это же полная противоположность полета. Это все равно, если бы Человек-паук спустился бы на землю и просто бы пошел пешком. Это самая тупая идея, которую я когда-либо слышал. И когда вы в итоге получаете билет и заходите в метро, почему Супермен настолько мал по сравнению с другими людьми? Он что, 5-летний ребенок? Есть что-то жуткое в этих высоких парнях в тени, такое впечатление, что они следят за вами. И почему они такие темные? Они нисколько не похожи ни на кого из игры. Кстати говоря, абсолютно все люди в этой игре несут бесполезную хрень. Вот только одно из случайных мест. Давайте же посмотрим, что люди говорят здесь. Что новенького? Что ж, это весьма информативно. Давайте посмотрим, что этот скажет. Я вообще ничего не знаю. Что ж, это о многом говорит. Хорошо, давайте еще с одним поговорим. После того, как я взял римскую цифру 2, что бы это ни значило. Эй, что ты делаешь? Вы видите? Мне больше нечего добавить, тут нет смысла с кем-то говорить. Это прям как в Кастельвании 2, Саймонс Квест, где всю игру большинство людей несут полнейший бред, не имеющий отношения к игре. Например, эта старуха говорит вам не смотреть на звезду смерти, или ты умрешь. Что ж, звезды смерти вообще нет в игре. Обе эти игры были выпущены в 88 году. Скорее всего, это был год, когда люди что-то говорили и не вносили абсолютно никакого смысла в видеоигры. Разве вы не видели фильм «Супермен»? Да, вообще-то смотрел и ни разу не похоже на это дерьмо. Так что я просто бегаю без какого-нибудь намека о том, куда я должен идти, и убиваю каких-то страшных зеленых пришельцев, я не знаю. Ох, это музыка! Потом я вроде как пришел к какому-то боссу. Женщина, как я думаю, с кнутом и деформированной головой. Так что я стараюсь изо всех сил, но управление такое неудобное, что я просто получаю удары. И если уровень вашей суперсилы слишком низкий, вы обратно превращаетесь в Кларка Кента, который бесит, ну хотя бы атакует. Так что я держусь позади и продолжаю атаковать. И в конце концов она умирает, и мы видим газетный заголовок: «Супермен разгромил банду Зода». Ох, подождите минуту. Банда Зода? Если вы видели фильм «Супермен 2», вы, вероятно, знаете, кто такой генерал Зод. Это не Зод. Вы имеете в виду ее? Банда Зода? А где все остальные? Я не знаю. Так или иначе. Чё? Daily Planets? Разве это не Daily Planet? Я не знаю, с меня хватит этого. Погодите минуту, фондовый рынок в панике, цены на акции падают. С чего мы сейчас начали говорить о бирже? Узнайте, почему цены на акции упали. Вы узнаете об акциях на фондовом рынке. Ладно, это цель такая. Перейти на фондовый рынок? О боже мой, помните, когда вы были ребенком? Помните Nintendo? Какие вещи вас еще интересовали? Комиксы, видеоигры, фондовый рынок? Да, вы думаете, что любой ребенок, играя в эту игру, представляет что-то о гребаном фондовом рынке? Просто, ну зачем? Зачем добавлять это в игру, которая не имеет ничего общего с акциями, налогами или политикой? Зачем это делать? О чем они думали? Акции? Я просто не могу. О боже, я просто... Что за кусок дерьма? С меня достаточно. Эта игра настолько ужасна, что нет объяснения. Я могу обозревать ее хоть целый час, и не будет никакой разницы. Это невообразимая игра. Ее невозможно придать справедливости. Если вы хотите поиграть в нее, убедитесь в этом сами. Но просто предупреждаю, вам это не понравится. Ой, подождите, этот парень только что дал мне пароль? Что это? Я смогу продолжить там, где остановился? Но это совершенно бесполезно, я никогда не буду использовать его. И знаете почему? Потому что я никогда не буду мудохаться с этой сраной игрой. Вот и все, Супермен обречен. Что еще можно сказать о Супермене, кроме как просто дерьмо? Словно они не могли сделать хорошую игру про Супермена. Но есть еще одна особенная, которую каждый хочет увидеть в моем обзоре. Что ж, тут у меня типичное сообщение на MySpace.
И эта игра — барабанная дробь, драматическая тишина, Супермен 64. Ты должен сделать обзор на IT или Супермен 64. У меня есть просьба, нет, большая просьба. Думаешь, что сможешь сыграть больше 4 минут в одну из худших N64 игр Супермен? Я хотел бы увидеть твой обзор на Супермен на N64. Сделай обзор на Супермен для Nintendo 64. Чувак, ты должен прокомментировать Супермен 64. Когда-нибудь слышал о Супермен 64? Ты должен заценить Супермен 64. Я думаю, ты должен заценить либо IT для Atari, либо Супермен 64. Поиграй или сделай видео Супермен 64. Не мог бы ты сделать обзор Супермен 64 на AVGN? Пожалуйста, сделай обзор на Супермен 64. Правильно, Супермен 64. Тебе нужна копия Супермен 64? Я пожертвую Супермен 64. Я думаю, должен сделать на Супермен 64. Хотел узнать, играл ли ты в Супермен 64. Супермен для N64. Супермен на N64. Супермен 64. Супермен 64. Супермен 64. Супермен 64. Супермен 64. Супермен 64. Супермен 64! Ну? Черт! Ну вы это хотели? Вы это получите. Следующий обзор — Супермен 64. Озвучил псих.